Мы находимся в Надеждинском районе, на реке Ананьевка. Приблизительно в этих местах. Леха, передай привет людям. Всем привет. Герпетологам, любителям животных. Примерно в подобных местах как раз и был пойман динодон руфазанатом. Первая находка в 70-е годы. Вторая находка была в 2011-м. Вот этот человек участвовал. Да, и сейчас мы как раз идем на поиски динодона. Динодонов мы все-таки много и хотим их найти. Это было бы здорово. Вообще места очень живописные, есть скальные, папоротники интересные, вегела цветет. Сама природа уникальная для Приморского края. И собранные и растения, и животные в этом месте. Очень редко, которые в других местах практически не встретишь. Также очень интересно, в одной луже буквально нашли икру углозуба, головастиков жаб или жарлянок. Я в головастиках не понял, что там за головастики. Также дафнию, циклопа, водомерок. В общем, дикое количество живности на 1 квадратный метр. В ручейке днем сейчас ничего не будет видно. Вчера ночью с фонариком нашли что-то типа веснянок. Водяных креветок. Веснянки так называемые. Очень красиво, прям вдоль берега находятся. Петрушка периодически проскакивает по реке. Особенно это красиво выглядит на перекатах. Не петрушка, а пеструшка. Это красная рыба. Будущая красная рыба. Пока что это какая-то мелкая фигня, конечно. Мелкая красная рыба.